уровень. Позвольте поздравить вас как рекордсмена всего Советского Союза по количеству проданных пластинок. Белые горы, бульбы. У них Битлз, а у нас песняры. Хороший выбор, чувак. Знакомьтесь, чуваки, это гитарист нашего ансамбля Володя Мулявин. Я буду знать все аккорды, все до одного. Мы все здесь равны. Из каждого из вас я хочу вытащить все таланты, какие только возможны. Я держу стаканов, Володя. Ну, а, ребят, мы все стахановцы. Мулявинцы! Так может быть и рок-оперу забомбит. Мулявин, давай как все, без выпендрежа. Раз, два, три, четыре! Нам соревноваться с Западом в этих рок-н-роллах ни к чему. Нам нужно делать нашу советскую музыку. Опасная игра. Что только так и можно их пронять. Сюжет есть, партии расписаны. Мне ищу голос, который у меня в башке. Тебе кто разрешил рок-оперу ставить? Ты понимаешь, что это антисоветчина в чистом виде? Мы перевернем этот мир. Верь мне. Гитарист пальцами касается гитарных струн, возникает музыка, и больные души исцеляет. Я хочу играть такую музыку. Твой голос мне не подходит. Голос? Или, может быть, я, Володенька, уже не та? Ты же слово дала. Вместе до конца. Ты просто хочешь покрасоваться. В западном шматье, с Гибсоном в руках. Вы такую идею хотите придать? Хватит меня контролировать. Мы должны идти своей дорогой, играть свою музыку. Володя поверил в то, что твой голос уникальный, и ты этим воспользовался. За все, дорогой мой, нужно отвечать. Он же упрямый, ему на ваши запреты плевать. Значит, Мулявину надо как-то помешать. Это крест для вас, для зрителей. Крест – это символ любви, надежды. С вами или без вас, я этот крест подниму.